На этой неделе челябинское телевидение празднует свой день рождения. Говорит и показывает Челябинск. Именно с этих слов начались передачи регионального телевидения. В честь праздника на базе ГТРК «Южный Урал» прошла презентация книги «Первопроходцы. О становлении телевидения в Челябинске», написанная телережиссером Анатолием Ефименко в соавторстве с Ларисой Шуликовой. Автор книги Анатолий Петрович Ефименко стоял у истоков челябинского телевидения. Он пришел на студию в 1958 году ассистентом режиссера, затем главным режиссером. С 1991 года работал заместителем ЧГТРК по телевидению.